Отель «Надежда» находится в Адлере. Из услуг тут есть высокоскоростной Wi-Fi, частная парковка, круглосуточная работа стойки регистрации, стирка и глаженье. За дополнительную плату – организация экскурсий в Абхазию и Красную Поляну. До пляжа 506 метров. Фонд размещения туристов располагает номерами категории «Стандарт», «Семейный» и «Люкс». Каждый оснащен всей необходимой мебелью, телевизором, кондиционером, телефоном, сейфом и собственной ванной комнатой. Утром гостям подают вкусный завтрак в кафе на территории здания. Столовая «Шайн» отдалена на 78 метров. До продуктового магазина «Пятерочка» добираться 370 метров. Любимая туристами Олимпийская деревня расположилась в 3,7 километра. Открыт для посещений дендропарк Южной культуры, до него 2,4 километра. Ближайшие узлы транспортной инфраструктуры находятся в Нальчике. Расстояние до аэропорта Сочи – 2,8 километра.